некотором царстве, в некотором государстве, а точнее на четвертом этаже старого здания госуниверситета, жила-была царевна Несмеяна. А точнее работала Настя Несмеяна. Издала как-то Наталья Николаевна Павлова, декан худграфа, указ. Кто первым развеселит Несмеяну, получит щедрое вознаграждение, мешок с долларами. Первым про этот указ услышали девочка, которая поет, парень-дизайнер и сын Королевич. И сразу же решили испытать свое счастье. Парень-дизайнер переоделся в женское платье и устроил смешное дефиле со своими подружками на сцене. Девочка, которая поет, решила спеть. Вот она просто взяла и решила спеть шуточную песню со своими подружками. И, наконец, Королевич позвал на помощь любимого папеньку и маменьку. Так давайте же все вместе посмотрим, что из этого получилось. Вот и сказки конец,
А кто слушал, тот кто? Правильно, Наталья Николаевна, молодец! До скорой встречи, друзья!